И здорово, чуваки, с вами снова Карл Джексон. И со мной сегодня записывает реактивный Тормостян. Здорово. Да или нет, на сегодня на повестке дня. Вот уже за сколько, какой у меня, когда у меня вдос там последний раз был, неважно, 28 энергии и 13 монет. Просто реально просто. Я не буду сдерживаться, похрен, на YouTube, не на YouTube, что там еще. Никого нету, материться можно. Так. Музыку я специально. Вот жалко, что тут нельзя отдельно просто отключить музыку, а звуки при этом остались. Ну ладно, хрен, играем. Так. Гречки больше калорий, чем простокваши. Кто знает. Так я не знаю, если честно. А ты знаешь? Нет. То есть ты это чаще нет. То есть ты не или не знаешь? Да нет, я это думал. Нет. Неправильный ответ. Гречневая каша, калории не простокваши и дает больше энергии. Круто. На картинке изображен писатель. Так, вот да, это Лев Толстой. Правильный ответ на картинке изображен Лев Толстой, автор эпопеи «Война и мир». Первый ледокол был построен в США. Нет. Допустим, нет. Справа! Первый ледокол в мире «Ермак» был построен в России в 1898 году. Это тот самый «Ермак» из «МК». Круто. Так, записки охотника написал Тургенев. Нет. Ну вот, вы ошиблись. Записки охотника — это цикл рассказов за автором Тургенева. О, колесико. Три энергии. Здорово. Так, свинья в башне Крылова рылась под липой. Нет, она рылась под дубом. Верно, ведь семья в басне рылась, да-да, под дубом. Согласно официальным данным, в Челябинске проживает больше людей, чем в Детройте. А я не знаю, Да. Совершенно верно. Американский Детройт населяет меньшее количество человек, чем российский город Челябинск. Имя Полиграф Полиграфович было дано собаке. Ну как бы да, ну как бы я не знаю, допустим да. Ну браво, это имя и отчество было дано собаке профессора Преображенского в помощь собачьих сердце. В Армении с 1994 года отмечают день рождения. Нет. Ну здорово, начиная с 1994 года, во второе, воскресенье августа, в Армении отмечают день линии. Северный ледовитый океан после Индийского. Так, я помню. Вроде да. Блять, неверный ответ. Северный ледовитый океан меньше Индийского океана. Хорошее познание мне просто не агат, просто охуенно. Согласно латинской пословице, льва узнают по когтям. Вообще-то по гриве. Блять! Неверно, в этой пословице как раз и говорится о том, что льва узнают по когтям. Чердаш — национальный танец эстонцев. Че? Нет. Вы умница. Чердаш — венгерский народный танец. А национальный танец эстонцев, например, вальс... Че? Лабаяла. Свадебным деревом на Руси называли яблоню. Так, погоди. Допустим, да. Бля. Да. Вы ошиблись, свадебным деревом с древних времен называли не яблоню, а калину. Калина, малина моя, блядь. На картине изображен Кёльнский собор. Да! Правильно, на картинке изображен римско-католический готический собор, Кёльнский собор. Так, евро дороже, чем доллар США. Конечно, да. Верно, евро действительно дороже доллара США, это всем известно. Пейте. Отдали южнее, чем Рим. Да. Угадали. Анталия действительно
расположена южнее, чем Гротари. Жители Новой Зеландии по-прежнему могут съесть из задачи его туриста на ужин. Хренул. Да. Что ты сказал? Да. Да? Нет, что вы, жители Новой Зеландии сейчас людей не едят. На картинке изображена актриса... Да-да-да, это Нелли Уварва, да-да-да-да-да. Сколько лет прошло, когда по СТС крутили «Не родись красивой», я все равно ее узнаю. Верно, это известная актриса Нелли Уварва. Ну, я назвал продолжим. На картинке изображена... Это... Так, вот по... судя по этому, это, скорее всего, Нью-Йорк. Да, блядь, это заебал, сука, глючить, падла ебаная! Ну заебись, меня еще и... А? Начинается все хорошо. А когда я дальше выхожу, чем дальше, тем он больше тормозит. Это нет, не честно так. Сука, работаешь медленно, шо пиздец. Давай, грузись, ну. А, нахера? Музыку убери, музыку выключи. Да сука. Сука ебаная, ты, блядь, давай. Выключайся или работай нормально. Ну чё за херня? Музыка работает, а игра нет. Капец, вот как... Вот бред, блядь. Чё за несправедливость? Главное, когда я один работаю, всё, ну, играю, всё нормально. Когда с тобой, ну это нечестно. Это вообще нечестно. Должно всё работать идеально. Давай. Давай, не подведи меня, сука, или я тебя удалю, игра сраная. В пиццу говоруна и то легче играть, чем в тебя. Эй! Все, иди в жопу, идем дальше. Ну, конечно же, я свой... Да, угадано подряд, я уже все, я уже просрал, ладно. Я сказал, что это Нью-Йорк, скорее всего. Ну, США, неважно. Этого человека зовут Антон. Блин, знать бы еще, кто это такой вообще. Лицо вроде знакомое. Не знаю. Антон или не Антон, я не знаю. Нет. Верно, это Евгений Гришковец, режиссер и писатель. Этого человека зовут Софи... Блин, знакомые. Я не знаю. Чел? Чел? Я не знаю. Забу. Нет, наверное. Да, наверное, да? Нет. Нет. Верный ответ. На картинке не Софи. Коко Шанель. Французский модель, здорово. Физик Пьер Кюри приходился Марии Кюри отцом. Ну, как бы... Да. Да. Неправильно. Отец Марии Кюри Владислав Склодовский, а был ее мужем, этот Пьер Кюри. Понятно. Теодор Рузвельт в свое время был шефом полиции Нью-Йорка. Блядь, знакомо. Да. Да. Правильный ответ. После второй женитьбы Рузвельт работал шефом полиции в Нью-Йорке. Этого человека зовут Юрий Гагарин, конечно же. Известный во всем мире астронавт. На картинке изображена актриса. Да. Блять! Не теребите Клинтон, не теребите Клинтон. О!
мультфильме, чем мультфильме, чем каком мультфильме? Колесико мне прервало, сука. Опять тренер. Как в мультфильме Простоквашино Мухой звали кошку. Там никакой... А, Мухка, нет, это была корова. Да. В Норвегии один из официальных языков шведский. Вроде да. Блять. Жаль, но нет, в Норвегии официальный язык норвежский. А вот в Финляндии шведский, наряду с финским языком является официальным. Первая лампа накаливания была размером с двухэтажный дом, но мощность ее составляла всего 15 ватт. Чего? Чел, если я что-то не... Нет. Допустим, нет. Верно, первая лампа накаливания на самом деле не была такой большой. На картинке изображен флаг Гондураса. Допустим, да, я знаю, как выглядит Гондурас, так что давайте посмотрим, да. Вы правы, на картинке изображен флаг Гондона, да. Кейцерова соната написана толстым. Нет! Блять, все-таки правильно, сука. Вы не правы, ой, да. В раннем детстве князь Гедеон путешествовал на лодке. Именно так, нет, его в бочку уже закинули, ну чё? Да, князь Гедеон в сказке после рождения оказался вместе с матерью в бочке, которую выбросили в море. Нил длиннее, чем Амазонка. Допустим, да. Блядь! Неверный ответ. Потому что Амазонка самая длинная река в мире. Согласно официальным данным, в Джакарте проживает больше людей, чем в Санкт-Петербурге. Чё за вопрос? Почему вечно вам надо знать? Да, типа, кто больше там-то проживает, кто больше там-то проживает? Откуда я-то знаю? Да. Отлично. Действительно, в Джакарте проживает больше жителей, чем в Санкт-Петербурге. Этого человека зовут Маргарет. Тэтчер. Премьер-министр Великобритании. Так. Форест Гамп в молодости занимался американским футболом. Вообще-то бегом вроде, нет? Блядь, все-таки правильно! Ну ёпта, откуда я знал? Ну не правы, на самом деле главный герой Вин. Да. О, еще колесико. Давай-ка ты мне лучше дашь две монеты, и мы на этом разойдемся. Я сейчас на последний вопрос отвечу, не отвечу. Да, почти, сука, три энергии. Ну ладно, давай, продолжаем дальше играть. Жителям Северной Кореи КНДР законно разрешает убивать граждан Южной Кореи без объяснения причин. Нет. Конечно, нет. Потому что таких жестоких законов в Северной Корее нет и не было. Король Англии Эдуард II запрещал охоту. Нет. Вы молодец, ведь этот король Англии запрещал не охоту, а футбол. Главный герой фильма «Побег из Шоушенка» работал адвокатом. Вроде да! Блять! Нет, это не так. Главный герой Энди Дюфрейн работал вице-президентом банка. Самая низкая струна скрипки настроена на ноту Си. Нет. Ура! Верный ответ. Самая низкая струна скрипки настроена не на ноту Си, а на ноту Соль. И здесь она. Ну конечно, без соли вообще никак не обойтись. Соль нужна и чтобы еду подсаливать, и лед, чтобы не подскользнуться на нем. Ты знал, что соль гораздо более эффективнее песка? Да? Это я на своей работе убедился. Даже в ноте она присутствует, название ноти, это соль. Сады камней традиционно строят китайцы. Да что угодно они могут делать? Да нет. Неправильный ответ. Сады камней традиционное увлечение японцев. Короче, на этом пока что. Все, чуваки, пока.